Сегодня у нас 6 октября. Мы находимся в городе Казани, в торговом центре «Тандем». Галерея «Тандем». Около магазина «Victoria's Dreams». Ирина, владелица этого магазина прекрасного. Ирина, представьтесь. Меня зовут Ирина. Это мой магазин. Открыт мы больше года в этом торговом центре. Почему название такое «Victoria's Dreams»? У меня куплена франшиза. Рассказывайте, приглашайте, что у вас есть на экскурсию. Представлены марки, значит, каблучная группа, сопутствующие товары, представлены из бренда Victoria's Secret. Ну, колготочная закрыта шарманка, да? Да, закрыта шарманка. Полностью. Victoria's Secret, купальники, белье, купальники в большей степени. Значит, дальше. Хорошо продаются. У вас Victoria's Secret франшиза? Официальные права. Да. Франшиза Victoria's Dreams предлагает бренд Victoria's Secret. Я могу... В качестве пакета такого. Да, в качестве пакета. Внутри этой франшизы. Франшиза во франшизе получается. Там смотрим корсетку. Да, здесь корсетка. Здесь у меня распродажа. Это старые коллекции. Со скидками продаются. Далее. Мужское. Домашняя одежда, купальные костюмы и белье. Ну, домашнее, я смотрю, лаете. Да, лаете, ла перла. Лаете, ла перла. Шарманте, ла перла, желедон, армани. Армани трусики. Да, армани бекенбергс. Бекенбергс. Так, здесь коррекция. Из коррекции представлена плие и випа в основном. Здесь у нас представлена эротическая. А, Изабель Мара. Изабель, да. Сопутствующая эротика. Обсессив? Да, обсессив. Так, мы прошли блузки Випа. Да, блузки Випа. Вива Ладонна. Да, Вива Ладонна. Нарядная. Здесь примерочная небольшая. Одна примерочная? Две примерочные. Две примерочные. Ну, значит, здесь, да, Эмпория Армани представлена, Армани, Ла Перла, представлена Пассионата, Мандарбра, Випа, Желедон и еще есть такое, как Тенреза. Это Италия. Далее у нас домашняя одежда, это Лаете, Никлаб. И там еще Ора. Да, Ора. Это пляжная одежда. Есть домашние костюмы Мия Мия, еще представлены. Випа. В основном брендов не так много. Но бренды известные. Ну, бренды известные, да. Ла Перла здесь еще купальники. Ла Перла, Шарманте, Випа. Это полукупальник костюма. Сейчас у нас тихо. Да, хотя пока рабочий день. 12 часов сейчас будет народ. К обеду приходят, да? В ресторан, на бизнес-ланч. Понятно. И будут заходить ко мне. Ну что еще интересного можно рассказать про ваш бизнес здесь? Да. Какие перспективы вы видите? Грустно сейчас? Нет, не совсем. То есть... Лояльные клиенты выручают? Да, постоянные клиенты. Это наш, конечно, такой большая подушка. Подушка безопасности. Хорошо, вот смотрите, сейчас зрители пусть простят то, что некоторые зеркала поотваливались. Усадка здания. Усадка, здание молодое. Просто да, они падают. Да, и поэтому все это будет исправлено. Вот площадь 59 метров. Две примерочные, кассовая зона. На кассе стоит немножко бижутерия. Да, ну и можно. Гости Милена Михаил приехали обмениваться опытом. Очень успешно идет такой обмен. Полезный, я надеюсь, для всех сторон. Да, очень надеюсь. Ну что, Ирина, скажем спасибо. Да, спасибо, что приехали. Получили. Посмотрели, да, наш магазин. Вам спасибо, да, что вам спасибо. Наши зрители, конечно, посмотрят, оценят магазинчик вас, ваш бутик. Поэтому им будет интересно очень и марки, и то, как это все у вас представлено. Спасибо. Да, приезжайте еще.